Хотели бы вы развивать Инстаграм? Насколько он у вас сейчас работает? Как вы довольны им или нет? Что вы хотели бы изменить? Какое количество подписчиков вы мечтаете набрать? И что вы, наверное, больше всего хотите делать в Инстаграм? Я начну с того, что вы наверняка раз подписаны на меня, знаете. И много лет назад, ну как много, на самом деле 2 года назад, я начала вести свой Инстаграм в тот момент, когда мне все эксперты говорили о том, что тема этикета, тема элегантности, она будет никому не интересна, она не получит своего широкого зрителя. Полтора-два года, и у меня 2,5 миллиона преданных, любимых мною читателей, зрителей, подписчиков. На самом деле уже в неком смысле инстасемья. Но прежде чем мы начнем, я хочу спросить у вас. Давайте, пожалуйста, поставьте единичку, у кого из вас меньше 10 тысяч подписчиков, и двойку, у кого больше 10, соответственно. И мы посмотрим, какие блогеры у нас здесь есть, насколько ваши аккаунты готовы. Так, почему-то не двигаются у нас. Угу. И наш сегодняшний вебинар, он будет посвящен именно элегантному Инстаграму, и я хочу рассказать вам, чем он отличается от всех остальных. По крайней мере, наверное, самое большое преимущество для многих, это будет являться тем, что это тренд. Вы наверняка заметили, что заходить на красивые страницы намного приятнее, особенно в те времена, в те непростые времена, особенно, когда уже хочется красоты, когда телевизор включить, ну, нет возможности, нет желания. И когда ты заходишь в Инстаграм, в первую очередь, некоторое утро начинают с любимых страничек, с тех страничек, которые вдохновляют. Так вот, я могу сказать, что это тренд. Если вы еще не зашли в Инстаграм, то, наверное, это единственный быстрый путь, когда вы можете это сделать безболезненно и получив быстрый результат. Итак, давайте начинать. Я, кстати, знаете, что сегодня сделаю? Я вам покажу страницы, которые мы разобрали в прошлый раз и из обычного Инстаграма сделали элегантный. Продемонстрирую вам, что же получается в итоге. Давайте, наверное, с этого и начнем. Вот такой Инстаграм мы получили. Вот вы видите. Скажите, пожалуйста, видно картинку? Картинку видно? Вылилась ли картинка с Инстаграмом? Вот такой Инстаграм мы получили у одной из подписчиц. И взяв ее фотографии, буквально за полчаса мы его превратили вот в такой. Как вам результат? Скажите, пожалуйста, похож ли он на элегантный? И в чем здесь заключаются самые главные различия? Что мы добавили, что изменили? Что получилось сделать такого, чего не было до этого? Смотрите, еще раз показываю до и после. Итак, давайте пройдемся по самым главным ошибкам. Если ваш Инстаграм похож на тот, который я сейчас демонстрирую как до, давайте пойдем и подумаем, что же вы можете поменять прямо сейчас. Первая ошибка, как вы видите, это похожие фотографии, да, где девушка вышла замуж, и видно, эмоции зашкаливали. Хотелось поделиться своей радостью и разместили 3-4 подобных фотографий одновременно в ленте, что, конечно, всегда индексируется Инстаграмом плохо. То есть первое, что мы делаем, мы с вами составляем ленту, и мы будем об этом говорить, как сделать ее красивой. Также вы видите фотографии на море, роскошная девушка, прекрасная фигура, красивая шляпа. Но очень много грязи на фоне. Да, это люди, это лишние вещи, это могут быть диваны, это могут быть какие-то неубранные, забытые вами, не знаю, там, игрушки, вещи, одежда, что-нибудь еще, то, что должно уйти с глаз вашего зрителя, вашего читателя.
Также есть фотографии, как вы видите, с плохим ракурсом, то есть когда вас фотографируют с уровня головы, то есть телефон держится выше, и вы за счет этого получаетесь очень маленькой. И, конечно, однотипность фотографии, это всегда убивает интерес зрителя, который на пару секунд к вам зашел. И девушка, которая развивала этот Инстаграм, она написала, что она занимается балетом, она мама. И как вот, допустим, здесь, вы вряд ли это поймете. Скажите, пожалуйста, видно ли, что здесь занимается вот эта девочка балетом? То есть, что она танцор, она хореограф. Насколько вы можете это прочесть, зайдя в этот Инстаграм? Я думаю, что нет. И вот какой Инстаграм получился. Мы взяли, смотрите, те же фотографии. Не брали ничего того, что не существует. Добавили одну фотографию с балериной для того, чтобы уравновесить картинку. И вы смогли, даже если на секунду зайдете, да, сразу прочесть и догадаться, что она мама. Посмотрите, фотография вверху, вот посередине самая верхняя, да, где она идет с детишками, где она накрывает завтрак. Мы видим, что она любит путешествовать, мы видим, что она на море, мы видим, что она занимается балетом, и какие у нее прекрасные малыши. И даже оставили селфи, видите? И они прекрасно выглядят. Роскошный Инстаграм девушки, которая занимается балетом. Теперь еще один Инстаграм, смотрите. Мы взяли прекрасную тоже девушку, которая работает мастером по волосам. И такой Инстаграм на самом деле есть почти у всех. Особенно если вы работаете в индустрии красоты, делаете волосы, ногти, брови, реснички. Самая большая проблема таких аккаунтов – то, что вы показываете свои работы. Это действительно делать нужно, но желательно вот до, да, то, что было до, убирать в ленту и ставить вторую фотографию для того, чтобы вашу ленту не засоряли вот эти версии. Или можете показывать в сторис, допустим, процесс, как он проходит. И для стилистов смотрите, что получилось. Поработав с этим Инстаграмом также полчаса, взяв эти же фотографии, мы добавили, во-первых, цветовую палитру. Так как это салон красоты, у них он называется что-то такое, там, Pink Light, мы выбрали основные цвета, цветовую гамму, проработали стилистические моменты. И добавили, конечно же, еще помимо фотографии, еще и сам контент, да, который должен заключать и личное, и профессиональное. Но мы сейчас об этом поговорим, о том, что насколько вы готовы, в принципе, переводить на личный аккаунт, когда вы занимаетесь бизнесом. Здесь такой двоякий вопрос, потому что у нас, допустим, есть Инстаграм школы Austrian High School of Etiquette и есть мой личный Инстаграм. У Инстаграма школы сейчас 50 тысяч подписчиков, у меня 2,5 миллиона. То есть мы с вами делаем вывод, что даже если вы развиваете бизнес, сегодня люди хотят видеть, кто за этим бизнесом стоит, что это за личность, какой это человек. Поэтому, безусловно, лучше всегда продумывать, как совмещать бизнес-аккаунт с личным и при этом не терять индивидуальность и показывать свой профессионализм. И еще хочу вам кое-что показать. Вот смотрите, тоже моя фотография. А, здесь не видно на заднем фоне из-за того, что мое окошко бюстгальтер. Я потом его удалила, пока хотела вам показать, как с помощью программки это делать. Ну, тогда это уже сегодня на вебинаре, раз здесь нельзя подготовить и продемонстрировать этот материал. Ну что, дорогие мои, давайте перейдем к основным моментам, которые я хотела бы, чтобы вы обязательно прорабатывали. Осталось мне только понять, как мне вернуться в большой экран. Так, секунду. Какие основные моменты? Я вам сделала презентацию, которую сегодня буду показывать, демонстрировать. И давайте начнем, наверное, с простых, базовых, я бы даже сказала, таких библейских заповедей элегантного Инстаграма. Наверное, первое, что вы должны понять, это то, что вы откажетесь в каком-то смысле от личной жизни. Вам придется работать, показывать ее.
Не все фотографии, 99% делает мой супруг Александр Венский. И для меня, конечно, это просто, потому что я собираюсь на работу, я выезжаю, и по дороге или в течение дня мы делаем фотографию, которая и становится в ленту. Есть много блогеров, которые делают изначально большую фотосессию, подбирая аксессуары, подбирая образы. И в день, допустим, делают 5-6 фотографий крупного плана, дальнего плана, и потом тем самым имеют контент в ленту где-то на полмесяца. Если вы знаете мой инстаграм, я выкладываю 2 поста в день. Это тоже хороший вопрос, который задают часто, сколько... Может быть, о клиентах, может быть, в форме книги, может быть, это будут какие-то веселые истории ваших людей, которые приходят вам в салон. Ну и где-то 30% можете допустить продающего контента. И как вы понимаете, на Инстаграме можно зарабатывать. И самое главное преимущество, которое я должна вам сегодня сказать, что Инстаграму элегантному платят в 2 раза больше. То есть стоимость услуг блогера, который имеет такое же количество подписчиков, как и у меня, 2,5 миллиона, размещение в моем аккаунте будет в 2 раза дороже для рекламодателя, нежели в других, потому что качественная аудитория, потому что качественный, красивый контент, потому что даже обычные фотографии наши, которые мы делаем, их берут уже на другие паблики. Но давайте начинать с того, что вам делать, если у вас нет Инстаграма вообще. Как развиваться и как взять курс на элегантность. Давайте проговорим сначала о трендах, которые существуют и которые вы можете сейчас перенять для себя и успеть зайти, попасть в Инстаграм и, может быть, еще выйти там в топ и в десятку самых известных блогеров. Первое, наверное, хорошая новость, особенно для тех, кто не любит фотографироваться, кто боится и переживает о том, что ваши фотографии будут постоянно у других на виду, что вам нужно открыть личную жизнь, фотографировать детей. Самый, наверное, лучший тренд для вас – это акцент на индивидуальность и фотографии без лица. Они сегодня популярны, даже очень. Почему? Потому что такие блогеры, как мы, бывает, заходим на эти аккаунты и берем оттуда фотографии для организации своей ленты в Инстаграм. То есть, когда мне не хватает фотографий красиво выложенного завтрака, вы, наверное, знаете такие тематические аккаунты, красивого пикника, еще что-то, мы обращаемся к владельцу этого аккаунта и, соответственно, используем эти фото у себя. За деньги, не за деньги, за совместную рекламу, за взаимопиар. Но самое важное, такие аккаунты обычно самые популярные. Второе их преимущество аккаунтов без лица в том, что вы можете брать рекламу, и она абсолютно будет не такая, скажем, антииндивидуальная, она не будет наклеиваться на вас. И третье преимущество от таких аккаунтов – очень маленькая отписка. Вы никого не раздражаете, да? Вы становитесь самым полезным аккаунтом в Инстаграм. К вам можно всегда зайти, всегда найти что-то полезное, красивое и использовать для себя. Вы нужны всем. А раз вы нужны всем, у вас будет постоянный приток подписок, и отписок будет очень мало. Поэтому подумайте об этом. Если у вас есть хороший вкус, вы умеете видеть предметную съемку, организовывать, то этот тренд на самом деле для вас. Тренд «элегантные детали» – это второй тренд, который сегодня тоже набирает обороты. Когда вы делаете фотосъемку, выложив аксессуары, выложив цветы, соединив с чашкой чая, кофе, добавив зеркала, бижутерию и там, не знаю, какие-то бусы, да, то, что мы иногда в журналах, помните, видели красивую выкладку бижутерии, ювелирных изделий. Вот, сегодня из журналов этот тренд перешел в Инстаграм. И опять же, если вы умеете видеть красоту, элегантность в мелочах, то это хороший вариант зайти в Инстаграм сегодня и сделать его элегантным. Давайте так, сразу пойдем
работать с вами. Кому интересен тренд без лица? Кто готов подумать о том, чтобы развивать свой аккаунт в этом направлении? Поставьте единичку. Кто хотел бы делать аккаунт с направлением на элегантные детали, то есть предметную съемку красивых вещей, поставьте двойку. И третий тренд, который сегодня существует, это тематический аккаунт. То есть, когда вы говорите о том, чем вы занимаетесь. И у многих здесь проблема. Я не понимаю, чем мне заниматься, я обычный врач. Или я мама, которая сидит с детьми, и ну, я не работаю, что полезного могу я сказать. Итак, мамы, которые сидят с детьми, вы даже не представляете, какой у вас большой опыт, сколько интересного вы можете рассказать таким, как мы, которые не успевают работать, сколько полезных информаций о том, как ухаживать за ребенком, как играть, какие развлекательные игры ему придумывать. Вы знаете столько, сколько не знают другие люди. И я хочу вам сказать, что каждая из вас в любом случае уникальна. Каждая из вас может что-то знать такое, что не знают другие. Другой момент, что вы можете постоянно развиваться в этой тематике, если вы хотите стать мамой и писать как мама, вы можете перейти со временем, допустим, в направление сказки, в направление детские игрушки, в направление детская одежда, в направление... какие-то игры, то есть все, что связано с детьми, и тем самым его монетизировать, да, сделать его совершенно индивидуальным. Поэтому даже если, вот пишет кто-то, а если мне по работе нельзя говорить о своей работе, тогда вы можете строить свой аккаунт на хобби. На хобби, на психологии, на философии. Обычно, если вы, я вам просто могу, наверное, с вами... поспорить или даже догадаться, что вы, скорее всего, в каких-то структурах работаете, да, где нельзя об этом говорить. Значит, вы хороший психолог, хороший философ, так? Раз вы хороший психолог, вы можете писать о психологии. То есть о том, может быть, косвенном предназначении, которое вы у себя почувствовали, нащупали к этому времени. Также вот если вы пишете, что занимаетесь ЗОЖ, так вы знаете столько, сколько не знаю я. Я, допустим, не понимаю до сих пор, как организовать себе правильное питание с учетом моего графика. И если бы я подписалась на такой аккаунт еще человеку, которому я доверяю, и он был бы еще и элегантный, не только полезный, но еще и элегантный. То есть мне к вам, как к ЗОЖу, было бы приятно заходить, да, приятно смотреть ваш профиль, приятно смотреть ваши фотографии. Мы, люди, очень хотим эстетики. Почему? Которые жили в деревне в глубинке. Потому что человеку необходимо присоединиться и почувствовать что-то хорошее, красивое, чего ему в жизни не хватает. И когда вы ЗОЖ и показываете, что благодаря ЗОЖу вы вышли на такой уровень, благодаря ЗОЖу у вас отличная семья, благодаря ЗОЖу вы много путешествуете, благодаря ЗОЖу вы красивая, здоровая и так далее, конечно, люди захотят вам доверять. Конечно, люди полюбят вас. Конечно, они будут читать вас, верить и, соответственно, уже покупать ваши услуги. Поэтому третье, ставьте три, кто хотел бы тематический аккаунт. Четвертый тренд, который есть, элегантный тренд. Мы сегодня говорим с вами только о тех трендах, которые позволят вам вот именно сейчас зайти в Инстаграм, выстрелить и еще при этом быть элегантным, понимаете? Это вдохновение. То есть это все фотографии, которые связаны с красивыми местами, с природой, может быть, с красивыми городами, зданиями, домами, парками. То есть куда люди будут заходить просто, знаете, чтобы забыть про пандемию, забыть про этот коронавирус, забыть про все, что происходит. Вот просто отдохнуть на вашей странице. Не обязательно быть, вот как вы пишете, фотографом, да, и ездить по всему миру, тем более, когда все перекрыто. Вы можете искать фотографии, вы можете научиться обрабатывать, вы можете их брать на других пабликах и делать некий журнал. Вы должны понять, что Инстаграм – это сегодня действительно журнал. Журнал, который у кого-то выглядит как профессиональный, а у кого-то…
видите разницу. Давайте теперь поговорим о том, что вам нельзя будет делать, если вы решитесь именно на элегантный Инстаграм. Потому что это тяжелый путь, правда. Проще выложить фотографию с накачанной попой, и лайков будет в два раза больше. Вы должны к этому готовиться. На профессиональном аккаунте, где вы больше даете экспертную оценку, какую-то экспертную информацию, активности такой, как у голых поп, у вас не будет. Это два пути. Один очень быстро, другой медленный. Помните, такая игра была на телевидении? Умники-умницы была. Зеленая дорожка, желтая и красная. Вот красная дорожка, когда вы за два шага можете набрать действительно большое количество подписчиков, это через голые попы, это через откровенные фото, это через хайп, это через скандалы. Вы, возможно, вылетите в топ очень быстро, но вы никогда такой аккаунт не монетизируете. То есть, если вы хотите Инстаграм создать как инструмент для заработка, то к вам нормальные рекламодатели, кроме таблеток и всего остального, не придут никогда. Да, вы сразу же, вот ваш потолок по рекламе и по бюджетам будет вот на уровне таких фирм. Если вы пойдете по желтой дорожке и будете то умное, то красивое, то умное, то красивое, то приличное, то неприличное, такие аккаунты также вызывают сомнения у рекламодателей, и у вас есть один-единственный путь – это продавать в таком случае свои услуги, свой продукт, какие-то свои материалы. Третий путь – элегантный, он длинный, да, то есть это зеленая дорожка, если помните, когда вы постепенно, достаточно может быть долго, хотя 2,5 миллиона подписчиков за 2 года, это неплохой результат, но у меня все подписчики, они выверенные, да, они такие достойные, аудитория адекватная, аудитория, не смотрите сейчас здесь на некоторые комментарии, это потому что наш сейчас прямой эфир вышел в топ. И хейтеры, им тоже нужна работа. Чем меньше вы обращаете внимание на хейтеров, тем хуже им живется. Поэтому не смотрите, не читайте такую ерунду, которая здесь пишется. В моем аккаунте никогда в жизни вы не найдете ни одного плохого комментария. Потому что у меня есть вебинар, как элегантно реагировать на хамство. И, кстати, самый главный метод реакции на хейтеров – это абсолютно отсутствие внимания к ним. Поэтому я вас очень прошу, не тратьте свои нервы. Давайте заниматься делом. Итак, если вы пойдете по зеленой дорожке, тогда вы получите два варианта монетизации своего Инстаграма. Первое. К вам, конечно, пойдут рекламодатели. К вам пойдут фирмы, которые будут готовы платить вам. Еще раз объясню. Если у вас будет элегантный Инстаграм, красивые фотографии, правильные тексты, то когда у рекламодателя будет два варианта на выбор, да, вот есть такая-то и такая. И два стилиста, два визажиста, ну, у одного профессиональный аккаунт и другого профессиональный аккаунт. Вы бы, лично вы, какому бы из них заплатили деньги? Если вот количество фолловеров, экспертность абсолютно одинаковая, но один элегантный, а другой нет, кому бы из них вы заплатили? Я думаю, что, конечно, если бы у вас был выбор, вернее, вы стояли перед выбором, вы бы пошли на сторону элегантного блогера и даже где-то, может быть, готовы были ему доплатить. Как я уже сказала, допустим, я очень редко беру рекламу раз в 3 месяца. И то это обычно тот продукт, которым я пользуюсь. Чаще всего я своим Инстаграмом пользуюсь как афишей наших же мероприятий, нашей школы. Не беру других продуктов. Итак, дальше, следующее, что вы должны от чего отказаться, это, конечно, некачественные фото. Вам придется делать красивые фотографии, уделять этому много внимания, убирать на фоне, как вот я показывала, да, ненужные вещи, выравнивать по цвету, определиться, в каком пантоне будет сделан ваш аккаунт, определиться с цветовой гаммой и, конечно, заниматься планированием. Мы сегодня на вебинаре будем с вами говорить, какие программы нужно использовать, как сделать планирование, как размещать фотографии так, чтобы лента смотрелась стильной. Стильной, модной и при этом элегантной. Конечно, вы не сможете использовать оскорбляющий контент. Хотя это самый быстрый, наверное, вариант набрать подписчиков, если мы говорим не о платной рекламе, то хайпануть любят все. Вам придется от этого отказаться. И вы раз и навсегда, заводя элегантный аккаунт, обещаете себе, что не будете
участвовать ни в политических дебатах, ни в каких-то обсуждениях звезд и всего остального. Это будет сложно, особенно для многих, и решитесь, готовы вы на это пойти или нет. Как я уже сказала, провокационные фото, да, любые голые части тела. Будем искать что-то другое, что и есть наверняка в вас красивое, и что полюбят ваши подписчики в вас. Еще может быть новость для многих из вас будет, и вы наверняка с этим сразу не согласитесь, это то, что элегантная женщина никогда не размещает, услышьте меня, пожалуйста, фотографии, как она занимается спортом. Шок, да? По моему опыту, такие фотографии, такой контент должен оставаться за кулисами. Элегантность – это когда вы просто не вываливаете все наружу, как блогеры, которые снимают, как они встали позавтракали, как они встали на весы, как они разделись, как они пошли обедать, что они готовят. Это интересно, это дом 2. Но элегантность и дом 2 – это разные два вот понятия. Поэтому хотите элегантный Инстаграм? Забудьте, пожалуйста, о том, как вы снимаете сторис в спортивном зале. Но! Если, конечно же, вы не спортивный комментатор, если вы не фитнес-тренер, если это не ваш основной вид род деятельности. Если так, безусловно, он должен присутствовать. И то же самое я хочу сказать о бьюти каких-то процедурах. Всевозможные крема, всевозможные вот кремы, всевозможные бутылочки, баночки. Это всегда все интересно, бьюти-история. Но если вы элегантная, люди должны спрашивать, догадываться, думать, мучиться, чем же вы сегодня таким себя намазали, что у вас такие красивые реснички и все остальное. Не нужно. Помните, как в том фильме «Самая обаятельная и привлекательная», когда она принесла вот стирательную резинку, да, и рассказала, что она замачивает ее в молоке, чтобы она еще легче и правильнее и лучше стирала. И он ей сказал: «Не рассказывай, пожалуйста, все». Люди, правда, не будут вам благодарны, когда вы будете открывать эту страницу своей жизни. Они вам спасибо не скажут, это точно. Старайтесь дозированно давать информацию. Закрываться, конечно, совершенно от людей нельзя, особенно если вы блогер, потому что вы встали на этот путь, вам придется быть публичным человеком. Это ваша, ну, некая стезя, ваш крест. Готовы вы на это? Беритесь. Не готовы? Ну, кстати, если не готовы, то тренд фотографий без лица и предметная съемка – это, кстати, тоже для вас вариант, для тех, кто не хотел бы публичности. Поэтому вот если вы вот сейчас под каждым пунктом подпишетесь и поймете, что без хайпа, без голого тела, без скандалов, без спорт-аккаунта, без бьюти-аккаунта вы готовы развиваться, то тогда, пожалуйста, вставайте на этот путь, и вы получите очень быстро подписчиков. Мы делали исследование, что элегантный Инстаграм набирает в 4 раза быстрее подписчиков, нежели обычный Инстаграм с другими фотографиями. Даже в том же самом направлении. Допустим, бьюти или еще каком-то, неважно. Доктор вы, учитель, филолог, психолог, абсолютно не имеет никакого значения. Элегантный Инстаграм набирает в 4 раза. И причем где-то от 1000 человек эта цифра растет и увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому это хороший вариант. Теперь давайте по фотографиям поговорим. Что больше всего всех волнует? Фотографии должны быть выставлены в определенном порядке. Обычно я, если вы видите, ставлю крупную фотографию, затем, где я стою в полный рост, затем предметную. И вот такая версия состыковки фото, она всегда смотрится органично, элегантно и похожа на журнал. Другими словами, вам придется пользоваться планером. Я сегодня покажу, еще раз напоминаю вам на вебинаре, эти все программы, как, в каких программах я обрабатываю свои фотографии. Я знаю, что очень много сейчас специалистов, которые продают свои курсы по обработке фотографий, но вам достаточно будет 5 хороших приложений для того, чтобы обработать за минуту любую фотографию. У меня на фотографию уходит где-то 1,5 минуты. С учетом того, что я фотографируюсь не специально, а я так, как вот вы меня видите, так я и хожу на работу, да, я вышла, меня сфотографировали, я пока еду в машине, обработала и тут же разместила. Это самый лучший вариант.
Конечно, если вы работаете в бьюти-истории, не забывайте, чтобы передавалась через вашу фотографию вот эта атмосфера красоты. Вот здесь вы видите, да, когда мы обрабатывали и готовили аккаунт к элегантному, мы взяли все фото в похожей стилистике, мы взяли все фотографии в похожих цветах и создали одну единую ленту. Избегайте обязательно клишированных фотографий и одинаковых. Сегодня нужно креативить, сегодня нужно придумывать фотосъемку. Просто стоять красивой на фото – это уже скучно, это неинтересно, хотя не без этого. Да? Тем более селфи, я вас очень прошу, уходите от селфи, не размещайте селфи в Инстаграм. Они плохо индексируются, они плохо проходят, они плохо лайкаются, и они портят вашу ленту. Продумывайте фон. Элегантность – это когда не только вы вот здесь постарались, да, это когда даже то, что зритель видит за вами, должно быть таким же утонченным, как и вы сами. Вы не можете только думать о себе. Когда вы становитесь элегантной, все пространство вокруг вас, оно тоже меняется. И оно должно меняться. И это обязательно нужно продумывать. И, конечно, решите, в какой цветовой гамме будет ваша раскладка. Да, если вы видите, у меня это в основном коричнево-золотые цвета, и я обрабатываю свои фотографии все в фильтре ВСКО, выбрав один из них, и в этом тоже есть некий якорь моего имиджа. Именно в такой цветовой палитре вся практически моя гамма и, соответственно, все продукты, которые мы выпускаем. Ну, давайте, теперь уходим от ника, вернее, уходим от фотографии, пошлите к нику. Да, что должно быть написано, как и должна быть оформлена шапка профиля. Она тоже должна выглядеть элегантно. Никаких названий городов, никаких названий каких-то видов деятельности, которые с вами не связаны, и они не видны в вашей ленте. Как в первом случае я вам показала, что девушка написала, что она занимается балетом, но ни одной фотографии балетной в ленте не присутствовало. Получается, человек, который заходит на вашу ленту, он чувствует самообман или ваш обман. Да, вы говорите, что вы фудблогер, ни одной фотографии с красиво выложенной едой. Вы говорите, что вы занимаетесь фитнесом, ни одной фотографии из красивого спорта. То есть, раз вы написали в шапке этого профиля, оно должно тут же подтверждаться визуально. Визуально в вашей ленте. Причем, так как Инстаграм показывает 9 или 12 фотографий, они всегда должны присутствовать вот в первом слайде, который человек пролистнет. Теперь давайте решим, что там будет написано. Давайте так, напишите мне, пожалуйста, что написано сейчас у вас в шапке профиля. Вот какое название, я попробую разобрать. Что у вас написано в шапке профиля? Кем вы работаете? Давайте так, как бы вы написали? Психолог, дальше. Философ, еще что? Что еще? Мама четверых детей, хорошо. Доктор. Дорогие девочки, давайте попробуем изменить этот ник и написать так, чтобы человек, который его прочитает, захотел заглянуть к вам в ленту. Это самое важное, чего мы должны добиться. Так вот, если вы психолог, самый простой путь так и написать. Да? Вот город, возраст, цитаты – это самый неправильный путь, который вы могли выбрать. Я вас очень прошу, срочно меняйте. Первое. Первая цитата должна быть ваша, авторская, если вы уж ее пишете. Второе. Город писать нет необходимости. Я вас очень прошу, потому что Инстаграм это постоянно индексирует. Торты кто-то делает. Вот давайте тот, кто делает торты, психолог. Начнем с психолога. Какому бы аккаунту вы уделили внимание? Первый и второй психолог. Но первый так и написал «я психолог», а второй написал «помогаю черную полосу превратить во взлетную». Цифра 1 или цифра 2, какому бы вы больше поверили? Какому вы хотя бы заинтересовались бы, посмотрите, что это такое, почему он так решил? А с чего-то он возомнил, что он мою черную полосу превратит во взлетную? Либо знаете, как у меня было, один психолог написал, нахожу зеленую табличку «выход» там, где выхода, кажется, уже нет. Да? Можно просто написать, психолог, можно доктор, делаю торты, а теперь давайте
попробуем придумать прямо сейчас вам отличный никнейм, даже никнейм, а вот именно ту подпись, которая будет под ним написана, чтобы зацепить человека. Как это называется? Это называется «Wow, how now?». То есть первое предложение, оно должно вызывать эмоцию «Вау!». И непонятно, что же вы имеете под этим в виду. Допустим, когда я вела бизнес-аккаунт, у меня было написано «Прибавляю 0 к вашему контракту». Хотя я могла просто написать «Преподаватель делового этикета». Вот первый и второй, да, но когда человек видит, что я могу добавить 0 к контракту, это, по крайней мере, вызывает интерес. И он спрашивает, а как, а почему? И как только он захотел спросить, а как, а почему, он начинает листать ленту. И тут, если его догадки подтверждаются тем, что он видит, у него все складывается в голове. Он нажимает кнопку «Подписаться» и остается долго у вас. Итак, давайте еще раз. Что такое вот это предложение «Вау»? Задумайтесь, какие самые серьезные, самые даже не серьезные, а иногда самые простые вопросы вы решаете. Допустим, вы юрист, да? Когда мы обращаемся к юристу? Что происходит? Для чего мы возвращаемся? Да, вы можете написать, в моем лице найдешь поддержку, когда поддержки рядом нет. Да, можете написать то, что оставит человека у вас. Допустим, у меня девушка, которая занимается этикетом, написала такую фразу: «Помогу стать своим среди чужих». То есть, когда вы занимаетесь этикетом, вы можете научить другого человека быть своим даже среди светского общества, если он не имеет туда входа. Вот что такого вы делаете, да, чтобы оставить людей у себя на странице? Иногда мы в салон красоты ходим не для того, чтобы сделать прическу. Согласитесь? Иногда мы в салон красоты идем для того, чтобы попить кофе, поговорить о жизни. Иногда просто мы в девушке, которая делает маникюр, видим самого лучшего друга или психолога. Так вот, вот вам подсказка, откуда брать эту фразу. Вот, я развожу кроликов. Отлично. Кстати, хорошая фраза, потому что человек заинтересуется. Либо вы вправду кроликов разводите, живых, я имею в виду животных, либо и нас имеете в виду кроликами, да, и по крайней мере это интересно. Тоже один вариант был. Девушка занималась, у меня одна из клиенток паркетом, она написала «специалист по половым вопросам». Да, то есть люди ждут, что там будут какой-то секс-аккаунт с таким направлением, а там ламинат, паркет, все остальное. Но, по крайней мере, это зацепило. Поэтому, если вы мама, не пишите, напишите «работаю на самой малооплачиваемой работе в мире», но которая дает самое большое счастье. Да, по крайней мере, человек зайдет и посмотрит, что же такое, что это за работа, где вы работаете. Самая малооплачиваемая, но самая счастливая. Ну вот, развожу мужиков. Отлично у меня здесь сегодня товарищи, вижу. Ну что делать? Поэтому подумайте, пожалуйста, и никнейм тоже, девочки, он не должен быть таким, что вы Тамара2704. Никнейм – это практически ваша вывеска. Неужели, если бы вы открывали магазин, да, вы написали бы «Тамара2704». Вот это должен быть реально ваше, должно быть ваше название, это должна быть ваша вывеска красивая. Поэтому подумайте, пожалуйста, что там будет написано на никнейме. И последнее, что я хотела сказать, если вы собираетесь развивать элегантный Инстаграм, вам нужно будет делать сторис. Это самое сложное для меня. Терпеть не могу снимать сторис, терпеть не могу снимать личную жизнь, но приходится, мне это тяжело дается, честно вам говорю. Поэтому я для себя определила, что это будет элегантный сторис. Это будут какие-то кадры из моей жизни. Это будет четко красивая картинка с правильными шрифтами, с красивым текстом, с субтитрами, с музыкой. Сторис сегодня на самом деле тот инструмент, который в первую очередь помогает продвигать Инстаграм. Даже сама лента не так работает, как сторис. Поэтому многие блогеры, которые сейчас начинают, они делают акцент на IGTV,
Они делают акцент на сторис, они продумывают сторис как сценарий. В нашей компании тоже сейчас появился сторис-мейкер. Это девушка, которая продумывает, как будет выкладываться контент. То есть, когда это лично, когда это продажное, когда это полезное, когда это розыгрыши, когда это игры. Если вы заметили, сегодня все блогеры делают игры какие-то, розыгрыши, показывают тут же личную жизнь, потом тут же свой контент. И вот сторис – это сценарий, считайте, реалити-шоу. И вы должны к этому относиться именно так. Как реалити-шоу продумывать на день, что вы будете показывать. То, что это тяжело, это 100%. Это нереально тяжело. Это безумно тяжело жить и работать в Инстаграм. Поэтому, если вы готовы на это решиться, мы вас сегодня ждем. В 19:30, по-моему, так, я сегодня проведу мастер-класс, практикум. Сейчас была теория, сейчас было просто бла-бла-бла. Сейчас мы с вами просто болтали, разговаривали, знакомились. И я хотела вам дать... Ну, тот момент ощущения, насколько вы готовы все-таки заниматься Инстаграм. Если вы понимаете, что вы готовы и готовы взяться за это, я жду вас в 19:30 на своем вебинаре. Там я вам дам четкие инструменты бесплатного продвижения. То есть, с чего вам начать, как набрать первую 1000 подписчиков и перейти к 10 000 подписчиков. Я вам дам платные инструменты, которые использую я. Расскажу, сколько стоит реклама, где ее покупать, как на ней зарабатывать. Третье. Обязательно проговорим монетизацию аккаунта. То есть, как зарабатывать? Брать рекламу, делать свой продукт, возможно, проводить свои марафоны. О марафонах тоже поговорим. И четвертое, что мы обязательно сегодня разберем, это как оформлять ленту, то есть все инструменты, которые у меня загружены в телефоне, как приложение для обработки. Я вам их дам. Расскажу, как ими пользоваться. И это самые простые инструменты, без каких-либо сложных, не знаю, там, сложных подводных камней там не будет. Обещаю, что все будет очень понятно. Поэтому жду вас в 19:30. Если вы хотите развить свой Инстаграм и сделать элегантным, еще расскажу, что это единственный путь сегодня зайти в Инстаграм. Через элегантный аккаунт. Другого варианта у вас нет. Ну, если только вы не готовы быть секси-блогером. Это, может быть, имеет больше даже преимущества, но это определенный путь. Надеюсь, у меня здесь сегодня таких нет. Вебинар будет проходить на отдельной площадке. Ссылка на вебинар находится в шапке моего профиля. То есть я сейчас закрою этот кабинет, вас перекинет на мою страницу, и там есть ссылка «Таплинк». Вы заходите в эту ссылку, увидите вебинар «Элегантный Инстаграм». Нажимаете на нее, там есть кнопка «Зарегистрироваться». Вы регистрируетесь, и вам приходит приглашение на участие в вебинаре. На вебинаре я покажу, как обрабатывать, как размещать фотографии, какими планерами пользоваться, как вообще, в принципе, что такое элегантный. Дам около 20 элегантных аккаунтов, на которые вы подпишетесь, и будете просто вдохновляться ими. Вот просто будете утро начинать не с всякой там грязи и телевизора, который должен быть выключен у вас, а именно с элегантного Инстаграма, для того, чтобы просто вот начать день с чего-то хорошего, с чего-то красивого. И когда вы с них будете начинать, вы сами уже будете делать такие фотографии дома. Вы будете вдохновляться, вы заразитесь этим и посмотрите, что вы станете самыми успешными на свете. Что я думаю о ТикТок? Я думаю, очень хорошо о ТикТоке, но я никак туда не могу решиться зайти. Хотя надо бы. Но мы сейчас открываем с нашими партнерами ТикТок-дом. И как только он будет готов, как только мы объявим о его открытии, я вам обязательно скажу, если вы хотите поработать с нами, с нашими профессионалами, с ребятами, которые хорошо снимают, пишут сценарии, я обязательно с вами поделюсь этой информацией. Спасибо вам большое, благодарю вас за доверие, я вас очень люблю. Я вижу, что здесь есть девочки, которые смотрят по пацанке. Надеюсь, что вам нравится эта передача. Она очень сложная, непростая, участие в пацанках тяжело дается. Эмоционально, я имею в виду, сам процесс, команда, девочки, они просто замечательны. На самом деле, вы их полюбите. Потому что они настоящие. Они настоящие, они самые лучшие на свете. И они меняются. Я их очень люблю. Даже больше, чем хотелось бы. И чем, наверное, может позволить мне моя семья.
Каждая девочка, которая в пацанках, она останется на моем сердце навсегда. И я надеюсь, что и в моей жизни, и мы будем общаться долго и долго. Я постараюсь каждой из них помочь и за проектом. Поэтому люблю их сильно. Спасибо вам, а у нас с вами много работы, так что давайте присоединяйтесь к вебинару, жду вас. И еще раз вам скажу, что если вам не понравится вебинар, вы помните, что можете вернуть его стоимость. И эту возможность я оставляю всегда для вас, потому что это честно. Я всегда стараюсь на вебинаре дать такой максимум, да, который вы понимаете, что даже был недооценен. Это моя миссия. И я надеюсь, что всем вам понравится, и никто денег назад не попросит. По крайней мере, буду работать именно так. Еще раз благодарю вас за доверие. Вебинар 19.30. Встречаемся, готовим страницу, будем прямо там разбирать. И если вы хотите элегантный Инстаграм, тогда вам к нам.